Всем привет! Вы на канале Julia Play, и сегодня вместе с вами я хочу провести такой тест по окрашиванию краской из магазина Fix Price. Кому интересна такая тема, то оставайтесь со мной и поехали. Понравилось или нет? Я вот впервые купила такую краску. Средний русый оттенок, краска без аммиака, номер оттенка 6.0. Вот, написано новинка, видимо, цвета. И хочу покраситься, потому что все остальные, если темные оттенки я беру, то я получаюсь очень темные. Хочу свой ближе к натуральному. Вот, имеем тут перчаточки в упаковке. Вот такой вот это у нас 40 мл крем-краска сама в тюбике. И оксидант 60 мл 3%. Вот, сейчас все это смешаем и посмотрим, какой же цвет получится, как эта краска поведет себя на волосах. Кто пользовался краской Fix Price, отпишитесь мне, как вам понравилось или нет. Цвет волос вот такой, но это тоже крашеный, поэтому здесь немножко он уходит в рыжий. Вот, но и тут, конечно, освещение не передает, корни немного смотрятся темными, но на самом деле они какие-то темно-русые. Вот, поэтому средний русый оттенок, я надеюсь, подойдет мне и все это выровняет. Будет неплохой результат. Я очень на это надеюсь. Ну, приступаем. Так. Открываем тюбик. Кто заметил, то вот этот наборчик, это тоже с Fix Price для окрашивания. Вот еще тут такая кисточка идет. И вот такая. Кстати, такая краска действительно очень вкусно даже пахнет. Я в шоке, что она не воняет. Очень приятный запах. Я всегда еще окрашиваю, когда окрашиваю волосы, добавляю вот различные масла. Это тоже из Fix Price, натуральное масло для волос, активатор роста против выпадения. После родов, беременности, конечно, волосы выпадали. И вот здесь очень много различных масел. Вот. И я люблю использовать вместе с окрашиванием, потому что он глубже проникает в волос и питает. Поэтому я парочку вот так вот добавляю, ну, не капель, немножко добавляем. Приступаем. Жидковатая, конечно, краска. Добавим защиту. Это у меня. Такой вот прозрачный. Прозрачная такая накидка. По-моему, я не помню, осталось еще, раньше была краска Диадемин, там вот такие вот шли. Я раньше очень любила эту краску, очень жалко, что ее теперь нет. Вот. И вот там были такие вот накидки для окрашивания специальные. Я до сих пор их использую. Надолго хватает. Начинаем с того, что разделяем волосы на проборы. Естественно, их расчесываем.
окрашивать, начинаю я с затылочной части. Вот у меня получается тут треугольная зона такая. И начинаем вот сначала две задние, потом впереди все окрашиваем. Ну, в общем-то, вы все увидите. Видно мои корни. И вот дальше пошло окрашивание предыдущего. Часть у меня закончена, теперь следующая затылочная часть вот эта пойдет, и затем приступим к лобной части. Одну пачку краски, то есть если у кого длина волос такая же примерно, как у меня по лопатке, и у меня не густые волосы, но пористые, видимо, много уходит, не знаю, может быть, то, что на длину, чтобы хорошо промазать. И осталось у нас вот краски, осталось вот совсем чуть-чуть вот. И получается, что все-таки нужно две. Это я предусмотрела и взяла вторую пачку краски. Поэтому нам на волосы оставшиеся разводить вторую краску. Так что будьте внимательны и правильно рассчитайте количество краски на вашу длину волос. Thank you.
что я опускала в краску масло для волос, у меня просто вот даже не путаюсь. Смотрите, как расчесываются волосы, хотя они запутанные в краске. Это вот такой лайфхак. И питает, и упрощает работу в окрашивании. К последней части. О, были влажные волосы, теперь кудряшки. Она легко кудри получаются. Вот для удобства я все четыре части соединила в одну. Мне этой краски все-таки было многовато уже второй пачки. Надо было половинку. Но чтобы не оставалось, не пропала краска, я, конечно же, промазала все хорошенько, все прочесала и соединила в один такой пучок. А теперь, конечно же, нужно запастись тряпочками и протереть вот эту часть за ушами, чтобы не окрашивалась. Через 30-40 минут я к вам вернусь, и мы посмотрим, какой же будет цвет в итоге. Вот, девчонки, что получилось. Ну, мне, по крайней мере, нравится хотя бы даже при этом освещении, что получился не сильно темный цвет, как обычно, если покупаю шоколадные или какие-то такие темно-коричневые, он превращается у меня в черный цвет. Хотя я держала не 30-40 минут, а 20 минут. Вот. Вот такой оттенок. Вот такой результат у меня получился. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Заходите на страничку в Instagram. Будем с вами дружить. Ну, а на сегодня все. Увидимся в новых видео. Пока-пока.